День воздушного флота России – это профессиональный праздник авиаторов и работников авиационных предприятий и организаций страны. Он отмечается в третье воскресенье августа. Для жителей Чкаловского, где почти в каждом доме живут семьи военных летчиков и обслуживающий аэродром персонал, День воздушного флота – особый праздник. В память о героях неба в этот день на мемориальном комплексе, отдавшем жизнь за нашу советскую родину, прошла торжественная церемония возложения цветов. Памятник напоминает о героизме летчиков, отдавших все ради своей страны. Их подвиги навсегда останутся в памяти поколений и истории российской авиации. Я летчик, я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить, даже хмурый денечек. Торжество продолжилось на площадке перед Дворцом культуры имени Чкалова. В праздничной программе «Крылья России» выступили местные творческие коллективы и приглашенные артисты. Фотозона, мастер-класс, игровая площадка, фотовыставка и многое другое. Организаторы позаботились о развлечениях для всей семьи. Этот день объединяет всех, кто связал свою жизнь с небом, гражданских и военных летчиков, наземный персонал, создателей самолетов и ветеранов авиации. Благодаря им Россия считается мировой авиационной державой. С праздником сильных, смелых, мужественных! Днем воздушного флота России! Удачных полетов! Чистого и мирного неба! Здоровья! Успехов! И любви! Мария Синина, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.